Касеньки, с Эльмаром Скей. И это Hunt Down the Freeman. Поймать или там охотиться на Фримана, блядь. Еще одна модификация для Half-Life. Я очень любитель проходить всевозможные, блядь, модификации. Я уже не знаю, какая точно это по счету идет. Но я вам говорю, я уже дохерища просто пошел разных модификаций и модов и так далее. Короче, ребят, насколько я понял, это один из самых нововышедших, новомодных, блядь. Как бы считается даже отдельной игрой, потому что она, блядь, даже в Стиме продается. Это... Как бы да. То есть даже не мод, блядь. Тут нет русификатора, тут нихуя нет. Она на английском полностью, блядь. Абсолютно все. Можно единственное тут включить субтитры, чтобы более-менее было хоть что-то понятно, блядь. В каких-то местах, блядь. Хотя, в принципе, я английский понимаю. Сейчас. Я вам сейчас немножко хочу рассказать, что я вообще знаю про эту игру, блядь. Audio quality height state. А где? Подожди, блядь. Субтитры? Нету субтитров, блядь. Difficult easy. Пускай стоит easy. Я где-то проебал субтитры, да? Или нет? Нет, это текстуры, блядь. Ладно, давайте начнем. Сейчас, походу, разберемся. Короче, хочу вам, пока грузится игра, она, по-моему, тут долго грузится, я не знаю, из-за чего, да, это, типа, не связано никак с железом, это просто она сама по себе долго грузится. Хочу вам зачитать сюжет, потому что не будет понятно, блядь. Короче, играем мы, блядь, за этого сержанта Митчелла, и он член спецподразделения ХЦУ, блядь. Ну, или ХЕЦУ. И он принимал участие в ликвидации последствий инцидента в Черном Мезе. Там он теряет весь свой отряд. И сам, короче, его чуть не убивает Фриман. Поэтому он хочет ему отомстить. За всех, за себя, да. Так что такое вот, блядь. Да, видите, долго грузится игра, потому что я когда-то очень давно смотрел, что вообще она с собой... из себя представляет, но ни разу в нее толком не играл. Вот. Помню, когда-то один раз пытался на старом компе еще сыграть, но он да, жутко лагало, блядь. Еще я хочу сказать, что эту игру, как заявляют разработчики отдельную, множество хейтов, критики, и не понимаю. Вот видите, блядь. Нихуя. Нихуя нам не объясняют, что, блядь, вообще происходит. Куда мы попали, блядь. Нихуя. Браво Тим, do you copy? This is Sergeant Mitchell, do you copy? This is Браво Тим, we hear you loud and clear, Sergeant. What is your situation? We lost Team Charlie. They wiped out everyone. What's your location? Sector Z. Anything about this? Он, короче, связывается с каким-то, блядь, его помощником. Ее тот докладывает координаты, где он находится. Так. Мне что-то... Я не очень-то понял. Вроде в начале, блядь, должны какие-то касцены хоть минимальные быть. А меня что-то, блядь, сразу тут направило. Возможно, у меня какая-то не последняя необновленная версия. Хуй знает, потому что у меня не лицензия. Я побоялся эту игру, блядь, знаете, покупать, блядь. Она, ну, вдруг она полное говно, блядь. Мне не понравится, потому что я же говорю, толком ее не проходил. Так, ребят, а мне не нравится... Он, кстати, лагает, блядь. Кстати, лагает. Я не скажу, что 60 FPS, но где-то... Просадки небольшие имеются. Какие-то небольшие просадочки, блядь. Возможно, это из-за вот этого... Есть один параметр тут, блядь. Называется... Нет, мультикор рендеринг. Он по умолчанию был, конечно, выключен. Давайте я его выключу, нахуй. Не знаю, сильно это поменяет, блядь. Да не, просадки... Блядь, вот это видите? Размытие при движении. Как это хуйня называется? Motion blur, блядь. Disable, нахуй. Да, это оно. Блядь, а так, кстати, еще более видно, что просадки какие-то имеются. Ладно, похуй. Так, ребят, а че у меня так мало патронов? Алло.
А, у меня есть нож. Ой, блядь, нихуя себе. Короче, очень много критики насчет этой, этого мода, этой игры, блядь. Не знаю, как, блядь, как, какие странные звуки. Как будто скрежет по металлу. Блядь, вы слышите это? Мне кажется, в реальности, если бить по металлу, будут абсолютно не такие звуки. Еще не знаю, почему столько критики. Давайте сейчас посмотреть. Но мне еще, мне не нравится, что, блядь, лагает, блядь. Какие-то, возможно, параметры очень сильно влияют на производительность. Надо поправить их. Конечно, мы находимся в какой-то, блядь, подразделении. Черной мезы. Главный герой, как я уже говорил, Митчелл. И, сука, нам надо найти ебаного Фримена, блядь, и застрелить его к чертям. Посмотрим, получится это у нас или нет. Отомстим бы мы Фримену за все его грехи, которые он скоил, совершил. О, если на русском, это, блядь, чисто на украинском. Блядь. Так, ладно. Что, блядь? А чё? Чё, когда он садится, он как-то влево наклоняется? Это нормально, блядь? Так, ребят, а... А чё мне не отображается? А. Смотри, какой тут классный инвентарь. Это на таб причем нажимаешь. Прикольно так сделано. Не знаю, с настройками и графиками я еще, конечно же, поиграюсь. Потому что какие-то он небольшие, видите, фризы бывают, блядь. Это не очень нравится. Так, я, по-моему, патрон... Блядь! Да, я подобрал патроны, услышал это по звукам. Ебать, конечно, тут прицел, блядь, на этом оружии. Просто, блядь, точка, нахуй. Точка с небольшим зумом. Сука, из-за чего шлагает, блядь? Чья игра не, по факту не должна так носить... Ой, это, кстати, разбивается. Конечно, разбивание стекла, анимация в 2022 году выглядит, конечно... Очень хуёво, блядь. Не, реально, у меня такое впечатление, что у меня не загрузились первые вот эти касцены. Там вроде показывается как раз, типа, как... кое-как показывают нам начало сюжета, блядь. Но мне что-то не показали эти касцены. Возможно, мне стоило... Знаете, там еще есть... Почти в каждой колбе есть, типа, тренировка, блядь. Тут она, по-моему, тоже есть. Там обучает, типа... Азам. Как бегать, как прыгать, управление там, блядь. Так, мы попали куда-то, блядь. Какой-то отсек заводный, блядь. Блядь, ну какие-то просадки в FPS. Меня это раздражает, конечно же. Могу, конечно, сейчас полазить по настройкам, блядь. Но давайте я все-таки исследуем побольше. Ну что-то мне пока вот даже без касцен вообще нихуя не понятно. Вот это, блядь, я хочу сказать, я в интернете зачитал вам такой сюжет в начале, блядь. Ой, сюда нам надо. В принципе, так сюжет я бы никогда... Почему, блядь, на прицеле? Нормально, что на прицеле, блядь? Видно зум сразу, когда не прицеливайся. Ладно. Может, это фича? Не бага фича, блядь. Не, ну в общем-то игра. Графон неплохой, я вам хочу сказать. Неплохой. 18-го года это игра, модификация, блядь. Так, кого-то нашли, блядь. Это, видимо, один из наших товарищей. Shit. I'm losing too much blood. I need to patch myself up. В смысле, блядь? Мы ж подошли к кому-то, нет? Он сказал, типа, у меня мало крови, блядь, и мне надо найти, как подлечиться. Не понял, блядь. Мы же вроде как нашли чей-то труп, блядь. Подошли к нему и сами оказались, блядь, в больнице какой-то. Что, блядь? Куда идти? Да? Вообще, не знаю, это
и в обычной халве, или вот это Black Mesa ремастер до первой части, блять, типа. На Z был зум, а тут на Z он ложится вроде, блять, я не знаю. Приседать это... Приседание больше не работает. Какого-то хуя, блять, я не понимаю почему. Нажимаю на C, нажимаю на Ctrl, нет. Работает только Z, блять. Ну Z это типа, просто он ложится нахуй. Еще какой-то чел, я увидел, там вдалеке была эта аптечка, он ее спиздил, блять. Это горит. Верни ее, блядь! Почему что-то хромаем? Мы, блядь, походу, у нас с нами что-то случилось. С нами что-то случилось, возможно, нас поранили очень сильно, блядь. Ну, ХП... А, у нас одно ХП. Оружие нахуй забрали все. Так, ну тут в деле, видимо, все закрыты. Ладно, пойдемте дальше. Да, видите, мы хромаем. Че, похоже, как будто мы пьяные, блядь. Вот так, если, знаете, нажимать АД вообще, блядь. О, блядь, о, блядь. Personal, but you better give that to me before it does get personal. Алло, блядь. У меня... Что-то он сказал про персонал? Нихуя нету, ни персонала, вообще никого нет, да, в больнице, блядь. А, вот это чел. Его убила вот эта висячая хуйня, которая мне постоянно... А что? А я могу на нее? А. Зря это, наверное, сейчас сделал, да, блядь? Ой, блядь. Очень выбешивающая вот эта висячая хуйня. Ну, благо, тут сейвпоинт. Так, лифт. Погнали. А Индия не проебал оружие? Может, мне где-то уже дали оружие? А. Тут даже нет анимации лифта, блядь. Просто загрузка. Сколько знаю, этот проект делали несколько лет. Потому что на каком-то разработчик, кстати, этой игры довольно популярен. И, короче, он выставил на каком-то сайте сбор денег. И, типа, эта игра не собрала нужное количество денег, и ее, типа, несколько раз переносили выход этой игры, там, даже, по-моему, демка была в 16 году еще. Ее несколько, вроде, студий, блядь, начинала одна студия, потом заканчивала эта другая. Так что тут дохуя хэд краба, у меня вообще никакого оружия нет, блядь. Зато 100 хп. Можно хоть какой-то ножик, блядь, я не знаю. Давай просто буду бегать этих хэдкрабов, хуй знает. Блять, они тут везде, нахуй. А можно оружие, нет? Это адекватно, что у меня оружие, хуйма. Тупик, блять. А, вот сюда. Я сейчас правильно иду? Ну, вроде да. Так, быстрее, залез... Блядь, быстрее! Они меня не заметили? Я не... В смысле, блядь, я не могу... А. Почему у меня тут... Почему-то... Я мог приседать. Помните, тогда налево, блядь, наклонялся и приседал. А сейчас я не могу, но вместо этого я могу лечь. Что за бред, блядь? Ладно. Движемся дальше. Кстати, чувствительность на мышке у меня немного высокая стоит. Давайте я немного уменьшу. О, так приятней. Хотя нет, так, не, в бою так будет хуёво на самом деле. Хотя, может, и нет. Ладно, давай увеличу. Так, ещё хэд... О, Ctrl... Опять Ctrl заработал. Вот только сейчас. Что, блядь, в чём... Логика. Ёб твою мать, сколько хэдкрабов. Это весь персонал превратился в ёбаных зомби с хэдкрабами. Ну такое, блядь. Да, видимо, мы сейчас уже находимся после вот этой всей катастрофы. И все у нас сейчас будет плохо, печально, блядь. Будем отстреливаться от кучи толпы зомби, наверное.
Я уже думаю, игра зависла, блядь, что-то как-то... Какие-то загрузки, блядь, без какой-либо намека на то, что это загрузка. Просто, блядь, черный экран, нахуй, и думаешь все, что хочешь, блядь. Опять нам не рассказывают, какого хуя, почему мы здесь оказались. А, это мы вышли из больницы, наверное, да? Ну, скорее всего, да. Так, shift. При шифте я почему-то не, вниз немного вот так сорю. Но я могу регулировать камеру. Хотя, видите, она не очень-то... Ладно. А можно мне хоть какое-то оружие, нет? У меня так как бы хуйма вообще, и патронов, и ничего, даже ножика нет, блядь. Как мне от любых монстров отбиваться вообще, блядь? Что за пиздец? Алло? Игра. Так, и может я где-то сейчас своих пацанов встречу, может они поделятся хоть чуть-чуть патрон... Что? Чего, блядь? Так можно было? Ты можешь слезть? Алло. Я не могу слезть, ребят. Вот это он залез и хуйма, и все. Игра зависла, блядь. О! Спустился каким-то образом, блядь. Так, тут все закрыто, нахуй. Куда идти? А. Еще по- тут, походу, можно лазить по перилам, блядь. Тоже инновация. Так, ну несмотря на то, что я нашел дохуище, блядь. О! Несмотря на то, что я нашел... Да хуище разных глюков, багов, недочетов, так сказать. Тут везде одинаковый звук, да? А, то есть любой звук, когда бьешь хоть что-то, блядь, везде будет это... Это, блядь, скрежет ебаного металла, блядь, да? Ну, который не скрежет металла, как я уже говорил, какая-то хуйня, блядь. Так, а тут можно ложиться, да? Вот, на Z. Я как бы лег, но, видимо, вот этот... Уступчик не мешает, блядь. Этот дебил не понимает, что можно, блядь. Почему я здесь не могу про... Ладно. Дверь не открывается, блядь. Это, видимо, невидимые окна, блядь. Смотрите. Бью коробку. Блядь. Везде одинаковый звук. Нормально вообще? С разработчиком было даже лень, блядь. А, ну когда зомби бьют, другие немного звуки, отлично. Хуя себе, блядь, иди нахуй. Если что, я поставил изи сложность, как я уже показал в начале. Потому что в харде проходить или... Какие там, блядь, нормал хард вроде, да? Такое, конечно. Чё-чё? Вот наши, походу, братва. Они горячие, блядь. Давай убьем этих засранцев, блядь. Так, а можно мне по... О! А вот и арсеналы ваши, да, местные. Гранаты. Блядь. Винтовка. Отлично. О, тут, кстати, прицел, видите, уже другой. Видимо, какое-то другое оружие. Я еще всяких там... В обзорах критиков слышал, что тут много чего, блядь, спиздили из оригинальных игр от Valve. То есть текстуры там из Postal, из Team Fortress, из Half-Life. Ну, не знаю. Возможно, реально есть много спизженных, но, возможно, и свои тоже есть. Потому что подобные вот патроны, прицелы, блядь. Ой, блядь, ну, вы поняли, то есть модельки... Я таких, честно говоря, не помню. Я вообще во все игры играл. Вот реально во все. Даже мало популярно, известно. Короче, отстреливаемся от зеленых угольков наших. Кто такие? Кому, блядь, вообще сражаемся? Кто это такие, блядь? Чего не в воздухе испаряются? Что это? Надо их всех поубивать, да?
Или куда-то надо идти? Что-то непонятно. Ну, это игре вообще нихуя непонятно с самого начала. Ну да и ладно. Не, понимаете? Я, конечно, тоже могу сейчас сказать до хуича мои критики и то, что я думаю об этой игре. Так как уже неплохо ее знаю. Но я сдерживаю, так сказать, большинство эмоций и пытаюсь найти плюсы. Помимо всего хейта и прочего, который в этой игре назрел, так сказать, за все время. Блять, а что-то они... Не помню, блять, такое ощущение, что не скончаются, блядь. Так, ну, а у вас там еще аптечки есть? Люди, блядь. Есть? На, аптечек хуйма больше. У вас только тут патроны, блядь. Заебись. Так, откуда я и шел, блядь? Никуда вообще надо, алё. Право, налево, прямо, блядь. Ну я вроде оттуда и шел. Возможно, куда-то сюда надо. Кто это такие, блядь? Какие-то роботы зеленых с красной головой, блядь. Что это такое, блядь? Даже не помню таких юнитов. Да, вот тут я не был. Слушай, походу реально их не надо было всех убивать. О. Игра вроде бы короткая. Так что, думаю, серии 3 точно будет. Ну и все. Так что такого длинного прохождения, как та же Black Mesa, или оригинальной части, не будет. И что сейчас посмотрим на такой сюжет. Хорошо сделанный, качественно сделанный. Ну и насколько качественный, да. Все это сейчас посмотрим. И, так сказать, оценим. Так, куда-то мы... Ребята, блядь, я застрял опять. Я не шучу. Я не шучу, ребят. Я опять застрял. Просто, блядь, хуй пойми из-за чего я просто, блядь, взял и застрял. Я не могу ни лечь, не могу ни присесть. Конечно, могу гранату кинуть. Есть у меня гранат? Как взять гранат? Я застрял. А что делать, блядь? Ой, блядь. Давайте какой-то загрузим. Альбукерке? Блять, им показалось. Альбукерке. Блять, ну придется сейчас опять проходить эту хуйню. Я просто залагал, блять, и сейв у меня на том же месте и сработал. Круто. Хоть не зависло, алё? Слава богу, блядь. Я уже думал все. А, это тут сейф сработал, отлично. В том направлении, что мы и шли. Так, видимо, надо к стенкам не прижиматься, быть более осторожным, так что... Да, эта игра полна багов, недочетов, блядь. Ну вот, все. Не будем на все это обращать внимание, будем сейчас находить максимально то, что вот позитивное, то, что разработчики старались сделать, нам показать, то есть там технологии вот эти все новые, все фичи, возможности, блядь, все, что они, короче, внедрили в эту игру, и то, что отличает это от оригинала. Будем сейчас смотреть. Честно говоря, вот кроме графона, более вот такого доработанного, может, детализированного, все остальное мне... Ну, мягко говоря, знаете, вот, не нравится.
Почему, блядь, я постоянно к этой стене? Ну, сейчас вроде отлагало все. А я не обратно вернулся только что? Так вроде ж сейв тут сработал. А, тут нет текстур. Ну как сказать, ну... Это статичный объект, но он прозрачный. Что-то мне кажется, что тут сейф немножко сломался. Я, во-первых, не могу здесь пролезть. Ребят, тут, походу, игра сломалась. Ну, то есть, в буквальном смысле этого слова. Все, блядь, нахуй сломалось. Я не знаю, что, блядь, я сделал. Но игра просто решила сломаться, блядь. Давай еще раз сейв сделаю. Нет, все по-прежнему хуёво, блядь. Ай, блядь. Ну, я не знаю, давай перепройду, что ли, блядь. А снова, блядь, с этого места. Это поломанный сейв. То есть, по факту, я должен перепрыгнуть вот туда, да? Так, консоль тут не работает. Или, может, на какую-то другую кнопку? F1, да, не знаю, F2, F3, блядь, F4. Да нет, консоль не работает, блядь. Читы на... Короче, ну, чтобы летать, не работает, блядь. В свободном пространстве. И что мне теперь делать, блядь? Ой, блядь. С пролога начинать? Заново, блядь, нахуй начинать? То есть я просто сломал игру, блядь. Ну, давай, не знаю, попробую сейчас перепройти, конечно. Ребята, блядь, пришлось использовать читы. Сейчас объясню, как я, блядь, включил вообще ноуклип, как я включил ебаную консоль, которая не включалась. Короче, так, можно выключить ее? Алло, можно консоль выключить, блядь? Так, все нормально. Короче, ребята, блядь, да где этот параметр, я уже забыл. Вот оно, developer консоль, блядь, enable. И надо это ее... с левой части клавиатуры активируется консоль. И кроме как через ноуклип, вот тут невозможно было вообще никак нахуй пройти. Я даже уже, блядь, начал смотреть всякие гайды, блядь, там прохождение, блядь, найти видео. И не мог никого нормально найти. Почему-то у некоторых работало, у некоторых. Да, некоторые просто, блядь. Кроме как критики, блядь, ничего об этой игре не рассказывали. В общем, я. Решил эту задачку, блять. Охуеннейшую просто. Do you copy? We just left the hospital, but the streets are either fucked or swarming with those aliens. We'll have to find another way to Brandon Street. And we'll have to find one quickly if we want to get out of this city. Go ahead, Mitch. I got this covered. The hell? There's someone on the channel. I won't be watching. Who the hell was that? Да ты говоришь ли кто, блять? Короче, позвонил мне чел. Сказал, что они вышли из госпиталя, блядь. Или это Митчелл сказал, блядь. Я так и не понял, блядь. И типа тут этот город кишит, блядь, вот этими тварями.
Мне надо как-то найти какой-то другой обходной путь, блядь, или чё? Ну, как бы, понимаете, что без субтитров я хуй что, блядь, пойму? Я серьезно, тут нет субтитров, блядь. Ну нету ёбаных субтитров, блядь. Так что буду понимать как-то на слух. Так, куда идти? Я уже, ребята, понимаете, уже пиздец как расстроен, блядь. Что все, блядь, не идеально работает. Все, блядь, работает через жопу, блядь. Куда мне идти? Это меня, блядь, больше всего сейчас волнует. Ну я хотя бы рад на 2%, что я смог обойти эту штуку. Не пришлось всякие там фиксы, блядь, устанавливать. Я уже думал это видео, блядь, думал уже не выпускать это видео, блядь, потом когда-нибудь куплю лицензию, может, тогда заработать. А это оказывается, понимаете, это даже на лицензии будет. Тут будет то же самое, блядь. Хорошо, что я, блядь, не губил эту игру. Хотя, в принципе, она по скидке... А, тут можно пройти. Блять, по скидке она, в принципе, довольно дешево стоит на данный момент. И вообще, я посмотрел там по статистике ее цену, блять, чуть ли не с каждым месяцем уменьшали, блять. Там изначально она в гривнах там 300 с чем-то стоила, сейчас уже 169. Вообще, плавно опускалась ее цена. Видимо, из-за того, что, блять... Ну, из-за того, что вы и сами все видите, из-за чего, блядь, опускалась цена. Море, блядь, багов, море всяких. У меня 0 патронов. Заебись. Буду с ножика, блядь, убивать пидоров, которые не убиваются нормально. С ножика, блядь, которые... Ладно. В принципе, можно их убивать. А куда мне идти? Какой-то снайпер, блядь. Это наш снайпер их убивает. О, о, патроны, заебись. Услышали меня, блядь. Дробашек, блядь. Вот это, кстати, дробашек, по-моему, спизжен из Team Fortress. Так, в какое там издание вошли. Надеюсь, сейчас не будет того же бага, блядь, чтобы на немного ранее, блядь, запустится сейв, и мы не сможем дальше пройти, блядь. Если так, сука, опять будет, я просто нахуй... Реально, не выложу, блядь, это видео, нахуй пошлю, блядь, эту просто игру, блядь, модификацию. Короче, вот эту игру создала Royal Rudeus Entertainment, блядь. Ну, так себе, я вам хочу сказать, студия, блядь, так себе, нахуй. Слава тебе, Богу, что мы зашли куда надо, блядь. Так, какой-то, блядь, офис. Может быть, даже отель какой-то. Что это такое, блядь? Не, офис какой-то. Ой, блядь. Ёб твою мать. Хули вы прыгаете? А, еще хотите прикол? Тут... А, не можно целиться. Я уже думал, у дробовика нету прицела. Блять, что вы такие жесткие? Давай, давай бежать отсюда нахуй. Куда бежать? Блять. Слишком много этих пацанов. Этих другальков ебаных. Ну, благо у меня есть опыт в стрельбе. Поэтому я смогу сейчас одолеть этих тварей. Переиграл уже хуевую тучу количества шутеров, блядь. И научился, блядь, стрелять. Так, знаете, отборный, блядь, стрелок. Опять у меня мало хп. А знаете, я просто любитель, блядь. В Half-Life вот проходить, когда у меня малое количество хп. Сука, тварь, блядь, убила меня. Гадина, блядь. Так, ладно.
пытаюсь немножко расслабиться, пытаюсь успокоить свою нервную систему, блядь. Пытаюсь максимально, и уже, блядь, меня уже, знаешь, трясет. Пытаюсь не сдерживать основные мои эмоции, основную мою злость в этой игре, блядь. А где все монстры? А, они из лифта же выходят. А куда нам надо идти? На лифт? Или куда, блядь? Ёб твою мать, сука. Чё вы так внезапно, блядь, появляетесь? Так, давайте спустимся. Я не знаю, блядь. Они, по-моему, со второго этажа только. Да, это оружие реально спизженное с Team Fortress'а. Блядь, какой дробовик хуёвый, ребята. Какой же он хуёвый, блядь. Им неудобно целиться? И он, по-моему, не с первого раза бывает убивает, если толком не попасть. Пиздец, блядь, какой-то. Изи, если что, сложность. Опять же, блядь, повторяю, посмотрите на это ёбаное количество монстров, блядь. Они что, бесконечно опять спавнятся? Как тогда, блядь? На перестрелке у той. Куда, блядь? Ибо куда. Ибо я не знаю, что. Блядь, опять патронов нет. Блядь, ну куда же идти, сука? Ну как я их всех убью? Объясните, блядь. А что это такое, он 10, блядь? Видите, 0-0 и 10, блядь. Чего 10, блядь? Они гранаты, что ли, есть? А как гранаты, кстати, используют, блядь? На Г не работает, на F1 не работает. На 6, 9, 8, 0, блядь, нихуя не работает, блядь! Лифт! Лифт, поехали, блядь! Поехали нахуй! Успел, блядь! Предлагаешь сюда залезть? Каким образом? У, сука, так. А, то, помните, на перила мы залезали? А как? А, лифт приехал. А почему это, блядь? Что за хуйня? Ладно. Так, мы приехали сюда. Немножко восстановили хп. Опять там ёбаный зомбак. Что, какой-то хоррор, блядь, начинается, хуй знает. А фонарик не работает. На F фонарик не работает. На P, на O, на K, блядь. Нет фонарика. Фонарика хуйма. Твою мать, обосрался, блядь, когда инвентарь открываешь. Ёб твою мать, блядь! Сука. Посмотрел в другую сторону, блядь, и за тварь, блядь, по звукам услышал, и как она, блядь... Фух. Ты не сюда предлагаешь залезть? Ну как? Да, там выше есть этаж. А кнопок у лифта нет, блядь. Заебись, лифт. Который, блядь, просто нахуй едет, куда он захочет, видимо, блядь. Или куда он заскриптован. Не, я не могу сюда залезть. При всем моем желании, при всем моих, блядь, нажатию на все возможные кнопки по клавиатуре, я не могу сюда залезть. Сука, реально какой-то хоррор, блядь. Как... Что? Там еще лифт? Чего, блядь? Или это отражение? Нет. Да, он еще один лифт. Тут монстр, ребят. А тут реально должен быть фонарик? Подожди, блядь. Так, стоп. Надо почитать. Controls. Угу. Так, и ищем букву F. Ищем букву F. Лин. Ребят. А тут нет фонарика, блядь.
Заебись, блядь. И что мне теперь делать? Или тут нет прохода? Так, я понял. Можно при помощи света, блядь. При помощи только света от пуль, блядь. Понять, куда мы, блядь, идем. Это, конечно, это уже даже, знаете, полный... А, тут проход есть. Ёб твою мать, тут проход есть. А. Или нет прохода. Понимаете, если бы у меня был фонарик, хоть какой-то, хоть минимальное освещение... Аптечка, блядь. Я бы тут понял. Где этот монстр? А, вон он, блядь. Пиздец какой-то, ребята. Это реально худшая модификация, что, блядь, я вообще когда-либо играл, блядь. Всё, нет монстра, блядь. Так, это... Тут нельзя залезть, да? Так, ладно, как мне теперь отсюда вылезти, блядь? Это еще... А, вот дверь. Так, тут вроде ничего нет. Я стреляю специально не для того, чтобы по приколу стреляю, а чтобы что-то увидеть, блядь. Не, ну это полный пиздец. А почему, блядь, тут нет ёбаного фонарика, блядь? Это, конечно, может быть баг. Так, еще давайте сохранимся. Потому что я боюсь, что я сейчас, блядь, потрачу патроны и, может, куда-то не туда пойду, блядь. Давай, тут я сохранюсь. Да, пиздец. Нет, это реально, это полный пиздец. Вот. Тот редкий случай. Ну это адекватно, да, вообще? А, тут дверь открыта. Опа, блядь. То есть нигде нет фонарика, блядь. Нигде нет ёбаного фонарика, да? Нужного, сука, так, как никогда, блядь. Ёбаного фонарика. У этого чела тоже нет фонарика. Да. Так, ну тут я вижу, блядь, есть поворот. Еще какой-то поворот. Стена, блядь. Куда-то иду по коридору. Какие-то, блядь, стекла. Нихуя непонятно, блядь. Ай, блядь. Опа-на, ребята. Смотрите, что я заметил, блядь. У меня, я, оказывается, у него подобрал очки ночного видения. Вот, видите, вот эти, блядь. Они до сих пор на нем, блядь. Ну, я их уже подобрал, блядь. Почему мне игра, блядь, не сказала, блядь? Что за хуйня? Почему я сам должен, блядь, до всего, блядь, догадываться? Что за пиздец? Теперь мы наконец-то все видим. Отлично, ребят. Просто шикарно, я бы сказал. Лучше просто не бывает, блядь. У меня такое ощущение, что я там почти прошел без, блядь, очков ночного видения. Тут дохуя этих пидоров. Давайте опять пробегу.
Благо я все вижу, блядь. Не, я бы так никогда все равно не прошел. Ага. Вон этот лифт. Или что? А, это лестница, блядь. Так, можно... А можно их снять теперь? М? Блядь, он за мной идет. Или нельзя их, типа... Быстрее пробегай сюда. Так, аптечка. Ладно, пока, видимо, они нам понадобятся. Возможно, игра нам сама их потом снимет. Ой, блядь, да сука! Нереально, ребят, это полный жесть. Полная жесть, полный трэш. Полный кабздец. До хера каких-то, блядь, проходов. Ничего нет, да, блядь, просто пустая комната. Ну ладно, вот это очки ночного видения, это, конечно, необычно, блядь. Обычно у нас фонарик. Не, ну, конечно, тут и я затупил, потому что я не сразу понял, что, блядь, нам их дали. Ну, игра тоже, блядь, виновата, что мне не подсказала нихуя ничего, блядь. И, кстати, насколько я понял, тут есть кассены в этой игре. Adam, are you sure this is a shortcut? That's the fastest way to Brandon Street, trust me. Smells like shit. Вот именно, что smells like shit, блядь. Единственное, что я прям четко услышал, блядь. Ёбаный пиздец. Какие-то, блядь, летательные хуйни, беспилотники стреляют прямо в нас. Мы всю игру будем в этом ёбаном монокле, блядь, в очках ночных видения, блядь, ходить. В матрице, блядь, да? Или их можно все-таки снять? Можно их снять, пожалуйста? Хоть каким-то образом, блядь. А, понятно. Вроде на правую кнопку мыши. Заебись. А то я уже думал, все, блядь. И на этом сейчас какие-то баги. Кстати, насколько я понял, еще... Да, это хуя всего понял после того, как, блядь, несколько раз остановил запись. Игра лагает, она не из-за того, что у меня комп слабый, блядь. А комп у меня, между прочим, не такой уже и слабый, блядь, насколько я понял. Потому что у меня во многих играх, даже в том же Киберпанке, блядь, если там настроить некоторые параметры, можно и на средненький играть настройку. Я тогда, помню, записывал на минимальный, да-то. Короче, эта игра лагает из-за того, что она просто, блядь, не оптимизирована. Ну, как говорится, косяки, 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 блядь. О, можно таким способом войти тут. Слушай, а мне точно сюда надо? Давай, конечно, тут сохранюсь на всякий случай. Не, видимо, мне сюда и надо. Какой-то, блядь, сбитый вертолет. Возможно, наших чуваков, ребят. Это ебаные дроны, блядь, летают. Можно уничтожать это? Точно хорошо, что я сюда спрыгнул. Может, мне не сюда надо было? Блядь, в этой игре, знаешь, нихуя не поймешь, пока не разберешься или бот посмотришь. Блять. Сначала были дроны, потом какие-то превратились в существ, блять. О, блять, мне уже горло пересохло, блять, это все комментировать, реально. Ни в одной игре, блять, так не нападался, как в этой, блять. Меня все равно вот мучает вопрос, я туда пошел или не туда, блядь? Да сдохни, блядь! Будь АКП, блядь! Так, еще один тварь. Отлично, убили всех, блядь. Надеюсь.
И чё, блядь? Куда дальше? Да вас, ребят, тут походу дохуя, да? Да, чувствую, тут будет дохуя. Сейчас нарезочек, блядь, буду останавливать запись, буду что-то, блядь, понимать, думать. Ну что это, ребят, какой-то полный трэш, мягко говоря. Не, слушай, я не могу никак по-другому наверх. У меня тут, благо, есть сейвпоинт сделал, да? Это же он. А, эта игра сама мне сохранила его. Блять, происходит. Так, это, видимо, по сюжету. Все правильно, что мы сюда пошли, видимо. Надеюсь, блять, опять же. Какие-то, блять, какие-то ракеты меня пускают, нахуй. Ой, блять, как крабы. Объясни, куда мне идти? Что мне вообще делать, блять? У меня, сука, все. Ёбаный рот, как сколько здесь как крабов. Давай-ка я ножик возьму. Пиздец, сколько здесь краба. Столько в... Ты еще кто? А, ты мой помощник, что ли? Я в жизни столько, блядь, хиткрабов не видел на одной локации. Посмотрите, блядь, просто, блядь. Как тараканов, нахуй. В старой, блядь, квартире. Обоссанной, блядь. Мусорной, блядь. Ой. Так, у меня нету ни аптечек, у меня нихуя нет. Что мне делать, алё? Я просто в ахуе, блядь, я просто в ахуе с этой игры, блядь. Понятно, блядь? А, у меня он, кстати, я заметил, он есть взрывные вот эти хуйни. ТНТ. Динамиты, можно взорвать их когда-нибудь там в толпе. Хоть как-то себе облегчить задачу. Не, ребят, кроме графона, эта игра больше ничем, блядь, не может себя похвастать. Она, ебать, какая-то сложная. Какие-то, блядь, снаряды нахуй летают. Она сложная, блядь. Непонятная, блядь. Пиздоватая, блядь. Сука, сколько здесь ебаных хиткрабов? Я ебал, блядь. Есть где-то аптечки, пожалуйста. Я не знаю, использовать, блядь, читы, чтобы себе накрутить здоровье? Ой, блядь. Да. Я придумал способ один, смотри. Если, конечно, они прям наверх меня не полезут, вот тут где-то не заспавнят. Это единственный... Да. Походу... Хотя... А, блядь, они ж прыгать умеют, ёбаный рот. Они, конечно... Не, они, видите, на небольшие дистанции прыгают. Так что, в принципе, так их... Блядь, конечно, их тут полные. Как говно, реально. Хоть кого-то убил, блядь. Как использовать гранаты? А, у меня их сейчас нет. О, смотри! Тут можно менять оружие. Чё, один? Один пулемет какой-то, блядь. Винтовка. Это с прицелом, конечно, мне больше нравится. Так хоть можно четко. Не, ну это, конечно, их всех убивать, это полный пиздец. Тем более у меня ни гранат нет, нихуя. Там где-то был чел, который вроде как мне хотел помочь.
с учетом того, как тут NPC мне помогают, блядь. Это касается не только этой игры. Даже в Black Mesa, когда... Понятно. Понял, принял. Понял, принял, блядь. Вообще, спустя некоторое время ко мне и то, сюда тоже может прилететь ракета. Надо будет отсюда бежать. Пока у меня есть время, давайте хоть немного поубиваем этих ебаных хэдкрабов, чтобы облегчить мне жизнь, блядь. Или оно заскриптовано, и в зависимости от того, какое количество хэдкрабов убью, тогда она полетит, блядь, да? Хуй знает. Надо слушать разные звуки. Пока вроде не летит. Вообще, когда, блядь, когда полетит, надо сразу нахуй бежать. Моментально. Блядь, посмотрите, сколько их, это пиздец. Это полный пиздец. Не летит пока, не? Я ж боюсь, блядь. Так, давай сейв, сейв. Сейв, точно, сейвы, блядь. Сейвы тут, блядь, спас... Что-то взорвалось, блядь. А, это я стрелял? А, вот сейчас... Вот, вот только сейчас полетело, блядь. Шо-шо-шо, блядь? О, сейв сработал. Это мой шанс уйти нахуй. Блять. Да я понял. Да в смысле? Тут так там закрыто все. Блять, ну придется поубивать этих хэдкрабов, конечно. Да ебаный рот, блять. Ну у меня из-за того, что мало хп, блять, я не... Пиздец. Так, видите, это... Да, это чел нам... Помог, блядь, все-таки помог. Молодец он. Ребят, мне надо хоть какая-то минимальная, блядь, аптечка. Что такое, дальше не справлюсь, блядь. Так, это очки нас ночного видения. Так, сейв, 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 сейв. Чел, помогай, давай, давай. Ты, вижу, ловкач, хорошо стреляешь. Давай, молодец. Почему тут нету зума, блядь? Вот почему здесь нету ебаного зума? Вроде, знаете... Что за хуйня? А. У меня только что не работало ни прицеливание, ни стреляние с оружия. То есть ни левая, ни правая кнопка мыши не работала. Я уже думал, блядь, у меня мышка сломалась от этой игры, блядь. Я бы просто в ахуе был. Это мой, знаете, блядь, худший нахуй день бы был. Это, по крайней мере, один из худших. А, вот, блядь, тут дырка была в клетке. О, ребята. Изи сложность, изи сложность. С учетом количества багов. Это нихуя не изи сложность. Это мы играем, блядь, на нихуёвой такой сложности, блядь. Прошли мы по трубе, блядь. Опять не работает, смотри. Ни прицел, ни стрельба не работает. Надо покрутить оружие, тогда заработает. Еще нахуй один баг нашел, блядь. Это оружие вообще не стреляет теперь. Саля работает. Давай поменяю на другую винтовку. О, это стреляет. Подожди, блядь. А с хуя ли это не стреляет, блядь? Что с ней не так? Она не работает, ребят. Вот я не прикалываюсь. Давай возьму эту. Так что быть, на этой меньше немного патронов. Или нет? Ну да, конечно, меньше. Ну, так вот мне игра усложняет жизнь. Looters will be shot. Кто такие looters? Я даже сотрю, не знаю перевод этого слова.
Мародеры, ребята, мародеры. Так, где-то какие-то перестрелки. This is America, он говорит, блядь. This American, блядь. Я нихуя не... Как-то, блядь, знаете, звук то громко, то тихо. А кого мне убивать? Это же мои ребята. Что? Не так, блядь. Тут где-то можно пройти по-другому? Да нет, блядь. Не надо вставать за пулемет и что-то делать. Ну давай. Этих моих военных убить? Да нет, это, по-моему, не то, не та цель, которую нам надо. А ш- в смысле, а что делать, блядь? А где замки? Алло. Опять, блядь, скрипт не заработал или что? Я нихуя не пойму. Ну вот, я к вам вышел наконец-то. Кого вы, блядь, так пристально целитесь? Опа-на. А мои военные, они... А-а-а! Вон какая-то дыра, блядь. Мне в дыру и туда стрелять, да? Окей, понятно, блядь. Сам, знаете, понял цель, сам себе поставил цель, блядь, и выполняю. Ой, блядь, извиняюсь. Даже, блядь, и чихать, и плакать, блядь, хочется от этой игры, и смеяться. Ох. А чё военные нихуя? Ну, то есть, почему не в АФК, блядь, стоят? Это адекватно вообще? Так, я попадаю вообще? Я не могу никак не прицелиться, нихуя. О! Очнулись, блядь. Как только начал стрелять в эту ебаную дыру, очнулись, блядь. И эти вышли. И скрипт заработал, блядь. Видите, сам нахуй починил скрипт, сам починил игру, блядь. Все сам делаю, блядь. А разработчики били именно меня хуй, видимо. Не, ребят, я, похоже, все-таки перейду в стадию полной критики этой игры, блядь. Или говна, в скобочках. Низкобюджетного. Потому что у меня просто, знаете, уже не хватает слов, чтобы описать все данное происходящее. Так. Теперь к вам идти, да? Блядь, у меня такое ощущение, что я их быстрее убью, блядь, пока буду с обычной пушкой стрелять. Как я перелез туда? По лодке, блядь? Я уже не помню. Ладно. А, у меня 12 хп. Не знаю, делать сейчас сейв, не делать, блядь. Вдруг сейчас что-то опять поломается, нахуй. Не очень реалистичный звук, блядь. А, мне вниз надо, что ли? Сюда, что ли, блядь? Нихуя не пойму, блядь. Вот нихуя не пойму, ребята. Если б я вот реально не был таким фанатом Half-Life, всей этой вселенной, я бы, наверное, никогда в жизни не поиграл в это говно, блядь. Вот никогда. Мне просто, знаете, вот просто интересно, что будет дальше, что будет потом, блядь. И чем это нахуй закончится. Найдем ебаного Фримена или нет, блядь. Багнутые, блядь. Освещение палаток, смотрите, видите? Ну, это еще мелочи с тем, что мы увидели. Видите, в прицеле отображается хуевое освещение. Когда мы поворачиваем, отображается белое. Ой, пиздец какой-то, блядь. Ну скажите, ну это адекватно, блядь? Эту игру допустили к продажам в Steam. Ну, это адекватно, ребят? Причем, ну, не за очень-то и маленькую цену.
Она как и Half-Life примерно стоит. Ну да, настолько же и стоит, как и Half-Life. Так, аптечка, заебись. Конечно, у меня сейчас версия, по-моему, вот самая-самая первая, вышедшая. Видите, тут даже кассеты, блядь, не отображается. Ну, я не знаю, где скачать. Уже, может быть, патчи. С патчами версию пофикшенную, так сказать. Шо вы, блядь, там? Блядь. Шо ты, блядь, мухукаешь, блядь? А, мув, блядь, куда? Шо, шо подобрал? Куда, мув? Куда двигаться, алё? Опять вон текстура, блядь. Да куда, сука? К ним? Алё. Да чё ты, блядь, орёшь? Я не пойму, куда. Дай мне разобраться, блядь. Заткнись, ты заебал меня. Так, тут в палатках есть патроны. Тут мне говорит. Ты? Тут уже какой-то, знаете, мем, блядь. Бу-бу-бу, блядь. Типа, блядь, чел, который не может разобраться, блядь. Другой говорит, му-му-му, блядь. Блядь, реально смешно. Ой, блядь! Вот такую белочь они, конечно же, сделали, блядь. Когда подходишь... это огонь, ребята! Представляю вашему вниманию огонь 2000... Короче, 2К, блядь. Вот, смотрите, 8К, блядь. Огонь охуенный. Я такого огня еще никогда... Это пиздец, ребят. Инновации, блядь, технологии. Что мне сделать, блядь? Куда мув, блядь? Объясни нахуй. Сломаю, блядь, клавиатуру нахуй. Не пойму, блядь. Что мне... Что это такое? Это взорвать что-то надо? Это бомба, блядь, да? Как ее взорвать? Алло. Она взрывается? Или что это? Что? Блядь, это пиздец. Это пиздец. Что, блядь, взорвать? Вот эту стенку, что ли? Я не пойму. Вообще, огонь, блядь, это охуенный огонь. Не, он поджигает меня еще. Вот видите, блядь. То есть такую хуйню они сделали. Ребят, я не по... Я просто не понимаю. Куда мне деться, блядь, дальше? Я не знаю, как здесь перелезть. Давайте опять использую, блядь, читы. Он же вроде как-то мог, блядь. Он... Да, вот сюда нам надо. Он мог, блядь, как-то перелезать. Не помню, на какую, блядь, комбинацию. Ну да ладно, короче, перелезли, блядь. Перелезли, нахуй. Типа, блядь. Так, ладно, видимо, не совсем туда перелезли. Блядь, так. А, тут нам разрушили, типа, блядь. Хорошо. Все, хотя бы у нас там теперь есть проход, блядь. Заебись. И что это за хуйня? Пиздец, блядь. Чело было белое, а сейчас вот такое вот. Вот при помощи консоли будем решать все подобные, блядь, недочетики. Небольшие, да, маленькие совсем, блядь. Не влияющие на геймплей. Парк. Куда нам, блядь, идти? Эту хуйню надо разрушить? А, видимо, не разрушается. Надо куда-то бежать в это время, да? А куда, блядь? А, куда-то про... Пошел, блядь. А.
чего, блядь? Туда я не могу попасть. А, это он нацеливался лазером. Вот что это за звуки, блядь, были. Так. Куда дальше? Не, я реально не думал, что это такая недоработанная, такая сырая, такая плохо просто сделана, как будто она отъебись игра, блядь. Я не думаю, я серьезно, я не думал. Я когда вот давно играл... Так, нам случайно не сюда? А то я сейчас опять буду 20 минут, блядь, думать, куда нам идти. Так, видимо, тут надо перелезть, да? Нет. Тут нихуя не надо. Давайте я такими махинациями полетаю. Ладно, там, видимо, дверь, он. Туда надо в дверь. Извиняюсь, ребята, за использование читов, но... Бомба, которая самоактивируется, блядь. Дверь не открывается, да? Блядь, еще одна бомба! Саперы, блядь, какие-то расставили, сука, бомбы, блядь. Или, может быть, это наши чуваки. Так, а ладно, а куда идти? И никаких намеков, никаких, блядь, подсказок нихуя не вижу, как всегда. Лестница? Нет. Лечь можно, что точно. Вот тут лечь нормально, все. Понятно, блядь. Так, одеваем очки ночного видения. Надеюсь, сейчас не будет полная темнота. А то я не пойму и не увижу, где будут эти очки, блядь. Ой, блядь. Так, опять же, надеюсь, что сейчас сейв хорошо сработает. У нас все будет с вами нормально. Mod Graph Update. Что? Чего, блядь? Что опять произошло? Опять игра сломалась. Блядь, это бомба. Сука. Где мои очки ночного видения? Вот они, блядь. Так, это дверь, откуда мы вышли, да? Вот, вентиль. Слава богу. Не, ребят, все нормально. Все нормально. Фух. Я думал, разработчики опять что-то опоршивили, блядь. Ой-ой-ой. Блядь, они взрываются. Опасные хуйни. Ёб твою мать, сколько здесь монстров. Бежим нахуй, не хочу с ними сражаться. Мало хп и невыгодно, блять. Они вроде не очень попадают по мне, поэтому шанс сбежать велики. Бежим, блять. Сюда? Закрывай нахуй. Закрывай. Да закрой, блять, я же закрывал, ну какого хуя? Ёбаный рот, блять. Так, еще раз. Одеваем. Где крутилка? А, с другой стороны. Или там дверь по скрипту не закрывается? Непонятно, блядь, нихуя. Так, бежим, бежим. Ой, а тут, кстати, нету? Там патроны были, но, видимо, у меня там... Ладно, бежим. Похуй на все, бежим, блядь. 63 хп, нормально. Я там тогда подорвался, а сейчас все нормально. Сейчас хп достаточно. Сейчас с той двери их поубиваем, блядь. Да, пока перезаряжу все оружие. Смотри, не закрывается эта дверь, да? Да, по скрипту не закрывается. Похуй, значит бежим дальше. Бежим, блядь, дальше. Они туда не залетят, надеюсь. Тут закрыто, блядь. Значит, идем вниз. Так, тут, наверное, опять надо снять очки ночного зрения. Видение. Лифт. Не работает. Закрыто, блядь. В смысле? А, еще ниже есть.
До самого низа. Закрыто. А, вот и лифт. А, нет, там что-то светится. Подключить надо провод, да, какой-то? Или тут что-то не работает, не знаю, сейчас. Будем смотреть. А, вот и лифт. А тут нет никаких аптечек. Боже, какой противный этот звук, блядь. О, это лифт из оригинальной второй части, блядь. Заебись. Ну, смотрите, а тут анимацию движения лифта отрисовали нормально, все. А почему тогда там в самом начале не было анимации? Там был типа собственный лифт, и, видимо, они подумали, это нахуй оно надо, блядь. Лучше взять же готовое все. Так, эта хуйня легко разрушается, и это очень хорошо. Дверь закрыта, блядь. Почему здесь дверь закрыта, блядь, какого хуя, я не пойму. Простите, от чего я только что умер, блядь? Ёб твою мать. Бежим быстро. Бежим быстро, блядь. Бежим. Нахуй эту хуйню, блядь. А что в этой комнате? Я что-то не пойму, блядь. Подожди, так этот лифт, он едет то туда же. Там, где там дверь закрыта, он туда и едет, блядь. Может, надо кнопку вниз нажать? Да не, она, по-моему, тут одна. Нажимаемая. Блядь, снимите ебаные очки. Подожди, так это просто лифт этот, который... Вот это мы нашли, но тогда он там не активировался, а тут он активируется. И чё, блядь? Эй, нахуй ты вниз поехал, блядь! Ебанат, блядь. Подожди, или мы сейчас правильно поехали? Нет. Подожди, так это реально этот же лифт, блядь, просто... Тут везде все закрыто. Никуда не пройдешь, блядь. Да. А почему он просто так не вызывается нигде? Что за бред, блядь? Кнопка работает только на том этаже? Одном. Ну такое, блядь. Хуёвый лифт, я вам скажу. Ну да, он сюда вот просто проезжает, блядь. И нахуя? Ебать, как он взрывается красиво, блядь. Ну да, видите, тут анимация, конечно, взрывание, все это такое хуйня. Хорошо сделано, блядь. Я с этим не спорю даже. Так, а что мне делать дальше, собственно говоря? Плитка не разбивается, а звуки такие слышные, что типа плитка разбивается. Что мне делать дальше, ребят? Смотрите, что... Вон какой-то провод, блядь. Запрятали нахуй от нас. Ой, блядь, теперь надо опять вниз... Да. Обыскал тут все более подробно, блядь, и нашел этот ебаный провод, блядь. То есть, типа, его можно было забрать только вот при помощи вот этого лифта, блядь. Вот в чем смысл, нахуй, этого лифта. Теперь надо его ставить вот ту, помните, комнату, которую, когда мы спускались в самый низ. Там, где зеленая такая лампочка грела. О, здорово! Не понял. И за мной пойдешь, ты не будешь помогать? Вот, да. Я жил, тут нам нужен провод, блядь. Тебе вентиляцию надо? Или ты оттуда пришел? А? Пошли, пошли за мной. Да заткнись, не бубни, блядь. Давай, помогай мне. Ёб твою мать. Их тут много. Помогай отбиваться, чел. О!
А, ты, он, снайперку я взял, блядь. Вы, блядь, видите, какая здесь снайперка, блядь? Расплющенный нахуй зум. Да, я таких снайперок, конечно, блядь, нигде не видел. Что, блядь, в Китае такие снайперки производят? Че, шо, блядь? Это, блядь, китайцы лучше, наверное, делают. Нет, ну это вы в какой-нибудь любой, вот просто назовите мне любую игру, я вот такая вот снайперка, блядь. Просто CSGO плачет, блядь, в сторонке, я не знаю. Эта проба, кстати, можно отключить. Обратно. Ну, видимо, надо все равно, чтобы он был включенным. Чел тут неплохо, видите, всех отбил. Давайте ему поможем все-таки. Большую задачу. Ну, давай, добивай его. Чел. Как краба тоже. Убей, убей. Ладно, я помогу тебе. Так, а что мы где активировали? Что этот провод рубал? Да, конечно же, мне никто, блядь, не подскажет. Обратно, типа, идти или куда, или что? Нахуй я этот провод подрубал, блядь. Так, он что-то... Да нет тут нихуя. Много этих пидоров, блядь. О, сейчас мне снайперка, кстати. Тут, видимо, снайперка, блядь, как арбалет в оригинальной части. А! Патроны, что ли, кончу? Блядь. А, патронов хуйма, ребят. Так, давайте сохранюсь, блядь. Патронов, ребят, хуйма. Вот в чем дело. Я не знаю, я правильно, что обратно иду? Потому что там вроде же ничего не было больше. Все двери там были закрыты. Проходов никаких других больше не было. Кроме как обратно, я не знаю, куда идти. Много этих тварей, блядь. Мы вместе с нашим напарником поубиваем этих. Я так понимаю, это один из членов этой группировки, блядь. Сейчас перезаряжусь. Отлично. Так, ну и чё? Тут патроны, да, есть? Или нет? Последний, да? Добьёшь? Да, помогу тебе уже. Всё. Всех поубивали, блядь. О, с них хпшка выпадает. И чё? Чё дальше, блядь? Неужели всё-таки в том здании? Нет, тут больше, видите, нигде нет прохода. Значит, опять где-то что-то пропустил. У меня вопрос, а для чего? Что этот провод? Что он делает, блядь? Зачем мы его активировали? Алло. Может, там двери открылись какие-то, блядь? Да нет, блядь. Этот чел мне что-то говорил? Или мне вентиляцию ту надо? Или сюда в дверь? А, тут двери открылись. Этот провод открывал двери, походу, да? Так, поможем нашему чуваку, а то его пиздят, блядь. А патронов у меня просто уже хуйма, поэтому... Извини, чел, но мне придется только ножиком. Так, надеюсь, ты меня сейчас не подстрелишь, блядь. Или ты можешь меня подстрелить? Так, 6 патронов, спасибо, какие вы щедрые, блядь. Так, ну я думаю, что мы уже прошли где-то половину геймплея.
Хотя, не знаю. Но где-то примерно, да. Думаешь, правильно. Ну вот граф and rebuilding. Что это такое, блядь? Давайте продолжим уже в следующей серии. Я уже достаточно посмотрел на этот трэш. Ну, мягко так сказано. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, чтобы не пропустить следующее прохождение этой игры и других игр. Рассказывайте это друзьям. Делитесь позитивом. Пишите в комментариях, какие мне игры проходить, чтобы вы хотели видеть. Всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока!